Две спорные вещи в автомобиле Таврия. Ну, ярко выражены. Например, почему дверь открывается не так широко? И второй. Ручка замка капота... Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения. Используй службу экстренного оповещения Российской Федерации. Автомобильного завода. Кстати, обратите внимание, тут даже еще осталась заводская маркировочка, наклеечка. Мотор с конструкторской точки зрения – технологический прорыв для Мелитопольского моторного завода. МЕ МЗ 200